Что, братья и сестры, слава Богу. Жених чуть-чуть с невестой, как всегда, опаздывает, но это нормально. У нас в церкви уже обычай такой. Если назначено сочетание на час, то значит час 30 начинается. А если на 2, то на 15 минут. А если на 12, то на час. Так что вы будете уже знать, во сколько приезжать. Поэтому, кто приехал раньше, благодарим вас, вы молодцы, исполнительные. Так что я думаю, что все хорошо. Жених, невеста, вы готовы? То мы тоже уже готовы. Там эти порядок будет такой, сейчас зайдет жених, зайдут свидетели, и вы можете пока сидеть, наслаждаться, сидя, смотря на них, а потом, когда будет заходить невеста, поменяется мелодия, вы сможете встать на ваши ноги. Хорошо? Жених, можно включать мелодию будет, и можно будет заходить. На ваши ноги, будем встречать невесту. Подготовок к свадьбе, много всего переживаний, и еды, и костюмов, и платья, и всего остального. Но я бы хотел, самое главное, это момент сейчас. Это момент, когда мы просто будем призывать имя Бога, чтобы Бог пришел, и Бог благословил и сочетал этих молодых людей, чтобы они были счастливы всю их жизнь. Давайте вместе помолимся, пригласив, чтобы Бог сегодня был здесь, и Бог делал, сочитывал эту молодых людей, эту молодую пару. Молимся. Отец, Боже, мы при Тобой сейчас, Господь. Отец, Ты наш Бог, слава Тебе. Боже, мы поклоняемся Тебе, Господь. Раби, мы просто благодарим Тебя, ибо Ты Бог наш. Аллилуйя, слава Тебе. И все в Твоих планах, Господь, слава Тебе. Ты устрояешь жизни и судьбы людей. Аллилуйя. Ты автор семьи, Господь. Раби, мы просим Тебя. Мы сегодня, как друзья на этом месте, мы благословляем их Твоим именем, Господь, Раби. И просим, говори сегодня нам, Господи, я прошу Тебя, Господь. Даруй мне Твое слово, Боже, я прошу Тебя, употребляй для Твоей славы, Господь. Даруй слово и месяц Твой, Господь.
Я просто благодарю Тебя, Господь. Я прошу, действуй. Действуй Твою благодатью, Боже, сам. Я прошу Тебя, Господь, совершай свою работу. Аллилуйя, Господь. И то, что на их сердце, Боже, да скажут они сегодня Тебе, Боже, и получат Твои ответы, получат Твои благословения. Боже, я прошу Тебя, Ты Бог наш, Ты Царь наш. Аллилуйя. Слава, слава Тебе, Господь. И Ты будь прославлен, возвеличен, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь. Вам придется постоять. Мы не в Германии, где жених с невестой садятся. Знаете, вы будете сегодня стоять. Что у нас такой праздник сегодня. Праздник или нет, родственники? Славя кричит праздник. Слава Богу. Все, на самом деле у нас сегодня праздник. Наши молодые люди нашли друг друга. Знаете, пути бывает по-разному проходят. Но Бог устрояет так, и сегодня, слава Богу, что все у вас хорошо. И Вероника уставшая немножко, но думает, скорее бы оно все прошло. Но не переживай, все оно скоро пройдет, и вы будете вспоминать, сколько подготовок. Я всегда смотрю на молодых, сколько подготовок, сколько переживаний. А потом вспомнят назад, вау, так все быстро, но все пройдет. Но тем не менее, это очень важный момент в вашей жизни. Пройдет время, вы будете сидеть с вашими детьми, если Бог усмотрит, знаете, будете смотреть фотографии, говорить, хотя какая мама была красивая, а папа стоял такой серьезный. Так что это все будет нормально, будут воспоминания. Но я хотел бы, чтобы сегодня, мы сегодня с вами порассуждали немножко. Мы с вами уже имели, мы с ними имели уже общение, они проходили 6 уроков, бесед проводилось очень много. И знаете, на одной из этих бесед, когда мы проводили с вашими группами, один брат начал мне задавать вопросы. И вопросы такого варианта, а почему сегодня конфликты в семьях? Почему сегодня какие-то проблемы есть? Почему оно все возникает? Почему настолько всего? И знаете, я начал так думать и начал ему рассказывать. Ну, проблем может быть много. Приоритеты разные, так или нет? Кто скажет, приоритеты доллары? Не церковь, а просто доллары, работа, нужно зарабатывать финансы. И кто-то ставит приоритеты этом. Другие, я вспоминаю истории, конфликты, которые мне приходилось разбирать. Где-то алкоголь проблема, порнография проблема. Есть семья, когда возникает разных род проблем. Допустим, приоритеты, когда, допустим, вопрос эгоизма стоит. Когда жена не уважает мужа. И знаешь, я начинаю перечислять проблемы, а потом думаю, Алекс, а все-таки на самом деле, среди всех этих проблем, почему на самом деле проблема? И знаешь, я для себя пришел к одному мнению. Сегодня очень проблема последнего поколения, даже и старших, то, что теряется отношение с Богом. Основная из основных вопросов, когда Бог встает на второй план. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что Бог устрояет семьи, Бог автор семьи. Слава нашему Богу. На самом деле, что Бог автор семьи, не какой-то человек придумал, а Бог созидает семьи. И поэтому благословение вашей семьи зависит от трех вещей. Первая вещь, это зависит от родителей. Родители, слышите, да? То, что вы посвятили их Богу, это хорошо. Вы влаживали в них все, что могли. А Библия говорит, что благословение родителя, оно приносит благословение, а проклятие приносит разрушение. Поэтому для вас, у вас будет молитва, я бы хотел, чтобы вы могли от сердца благословить их. А если даже где-то какие-то у вас обиды есть на них, где-то что-то они провинились, то я за вас прошу прощения, да? Посылал, что я за них вас попрошу прощения? Я за них прошу прощения. Простите их, чтобы вы могли просто их искренне благословить. От всего сердца, чтобы они были благословены. И Библия говорит дальше, что написано, жена и муж, они должны отделиться от родителей. И чтобы они были счастливы, чтобы они были быть вместе, они должны отделиться. И вы должны благословить их, не держать их. А ну-ка, иди сюда. Да? Но отпустить их и благословить, это очень важно. Второе, от чего зависит благословение, это от вас самих. Евгений, слышишь, да? Ты так смотришь вдаль. Благословение зависит от вас. Написано, мудрая жена устрояет дом. Получается, благословение зависит от вас двоих. Вы должны что-то влаживать в семью. И третье зависит от Бога. Когда вы в связи с Богом, тогда Бог будет благословлять и устроять ваш дом. Я хотел бы сегодня, есть много мест Писания, которых можно цитировать. Я решил остановиться всего на одном. Не буду вас много, всего. Это будет первое послание Петра, 7 стихов. Я прочитаю сразу, а потом мы с вами порассуждаем о них. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму,
называя его Господином, вы дети, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследникам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Апостол Петр, 7 стихов. Я прочитал только уже 7 стихов, и знаете, что интересно? 6 стихов он говорит женам, и 1 стих мужьям. Знаете, я начал обращать внимание на свои сочетания, когда, допустим, мне приходится давать наставление, я увидел то же самое. Мы, бывает, как братья, мы даем наставление невестам, женам больше, а мужьям все равно времени остается мало. И даем, бывает, наставление. Так же самое Петр, 6 наставлений дал женам и 1 мужьям. И мы порассуждаем вместе с вами сегодня, Катя, все будет хорошо. Ты так уже нахмурилась. Поэтому я хотел, чтобы вы просто поняли, что на самом деле Петр говорит что-то очень важные вещи. Он дает 3 наставления женам, вообще если взять эти стихи, 3 наставления женам и 2 мужьям. Я хотел бы вместе с вами, мы чтобы немножко порассуждали, о чем здесь сказано. 3 вещи, которые здесь написаны. Первое, повинуется, должна повиноваться. Второе, получается, который очень важный вопрос, здесь сказано, что должна быть кроткого и молчаливого духа. 3 вещи. Покорность, покоряться, кроткого и молчаливого. В другом переводе написано тихого. Этих 3 вещи, которые нужно будет сделать. И знаешь, когда сегодня мы живем интересное время, такое время современное, время такое, я бы сказал, феминисты, знаешь, такой женщины, которые считают, что все должно быть впереди. Если муж посмотрел неправильно, что нужно сделать, нужно обидеться на него и сделать что-то не так. А повысил голос, это вообще, можно кушать, готовить неделю, не надо делать. А если что-то еще сделал плохое, то вообще можно уйти из дома, где-то на 3 дня не появляться. Сегодня новое современное поколение что-то делает такие вещи. И знаешь, я смотрю, вообще мы читаем послание Петра, оно вообще не совпадает с этим учением. И когда мы читаем Петра, кто-то даже может сказать: Алекс, ты читаешь какого-то старое Евангелие. Ты читаешь то, что когда-то учили наши отцы, даже мы с женой, когда, помню, рассуждали это место Писания, говорит: Алекс, ну это так, как учили наши дедушки, бабушки, это все было раньше. Но сегодня, почему? Сегодня женщину настолько подняли и возвысили на такой уровень, что жена должна говорить: ну муж должен повиноваться. Я одну жену спрашиваю: как у тебя отношения с мужем? Говорит: все хорошо, когда он меня послушный, говорит, у нас конфликтов нет. Знаешь, сегодня все становится, но Библия говорит по-другому. Библия говорит, что Бог создал человека там, что мы можем быть счастливы. И счастливы от нескольких вещей. Первое, мы можем счастливы, как люди, сотворенные Богом, когда мы с Богом. Так или нет? Бог создал нас, люди, мы счастливы, когда мы с Богом. Второе, когда мы счастливы, когда мы имеем общение друг с другом. Любой человек, он создан так, что мы должны быть счастливы. И когда мы общаемся друг с другом, то это хорошо. И когда мы 4 места за Адама, когда нехорошо было быть человеку одному, я мог посмотреть на Евгения и сказать: нехорошо быть человеку одному, да? Но здесь Библия говорит совершенно о других вещах. Библия говорит, что самому человеку свойственно иметь общение. Человек должен общаться с другими. И в тюрьме, когда люди наказываются, знаешь, что их делают? Их садят в одиночную камеру. Они сидят в одиночную. Почему? Человек отделяет от общения. И в Библии говорит, человек счастлив, когда он находится в общении. И еще, когда человек в жизни занимает свою позицию, которую определил для него Бог. Мы счастливы, когда мы в том месте, которое определил для меня Бог. Если Бог для женщины определил быть в повиновении и в покорности, то женщина, будь жена, будет счастлива тогда, когда она займет эту позицию. Жены, слышите меня? Сложно, да, поверить? Ну как я могу быть счастлива, когда буду покорным мужу? Но Библия говорит, это правильно, библейское понимание, библейская истина. Жена будет счастлива, когда она займет эту позицию, а мужчина, когда займет свою позицию, как господина. И это библейское понимание, что должно быть. И знаешь, сегодня мы очень часто слышим такие моменты. Вероника, знаешь, какие вопросы сейчас задают? Ну как я могу послушно быть мужу, если он не послушен слову? Если муж не подчиняется каким-то библейским вопросам, как я могу ему подчиняться? И знаешь, а бывают женщины, вот свои истины у них есть. Она понимает, что муж должен делать вот так и вот так. Вот, когда он будет делать так, то я буду ему слушаться. Но Библия говорит совершенно по-другому. Если мы читаем первое послание Петра, 2 главу и 3 главу, там все Писание говорит о покорности и о послушании. И когда мы читаем, что написано, христиане должны быть в хороших отношениях с язычниками. Слуги, это 2 глава Петра, слуги должны быть покорны господам. Даже те, которые злые, которые поступают неправильно. Христос написано, когда даже его со всех сторон унижали, критиковали, Христос написано, покорил себя Богу и все предавал судьи праведному. И здесь же, почему и написано, так же и вы, жены, мужья, которые не покоряются Божьему Слову, которые не исполняют Писание.
Он говорит, Библия говорит, ты должен быть им покорным. Вероника, представляешь, да, такой вопрос? Муж пришел без настроения, а ты покорна. Как сделал что-то неправильно, Библия говорит, а ты должна быть покоряться. И вот Библия, как это возможно, как это можно сделать? И знаешь, всегда женщины, они хотят решить вопрос сами. А решить как? Муж что-то сделал неправильно, я ему сказала раз, сказала два, сказала три, а потом уже повышаю голос и доказываю, но он же должен понять, он же должен исправиться. А Библия говорит, кроткого и молчаливого, молчаливого, тихого, спокойного духа. Есть два варианта, доказывать самой, сестры, а можно предоставить Богу это сделать. И вот вопрос, каждая жена решает вопрос, как сделать. Или я предоставлю Богу, чтобы он решал какую конфликтную ситуацию, или же я решаю его сама. И вот здесь Петр советует, жены, сделайте по-другому, предоставьте мне решать эти вопросы. Если муж не прав, без слова написано, без слова, это значит, ты не кричишь, не возмущаешься, а без слова ты просто покрываешь его, окей, муж, ты хочешь сделать так, я понимаю, что сделать можно было по-другому, но если ты сделаешь, я сделаю, как ты хочешь. И ты предоставляешь Богу это сделать. И написано за жен, так жены в Ветхом Завете поступали так, уповая на Бога. Я хочу сказать, жены, тяжело смиряться, когда муж не прав, так или нет? Хочешь что-то правду сказать? Сложно, очень сложно. Очень тяжело промолчать, когда оно на языке уже вот здесь срывается. Но очень сложно сделать. Но Библия говорит, что это возможно. Как это возможно? Просто в уповании на Бога. Без упования на Бога это просто невозможно. Вероника, пойми, Бог автор семьи. И чтобы это исполнить, Он прямо дает совет. Жены, которые были, и Сара, и все остальные, они покорялись Богу. Они просто уповали на Бога. Когда они в отношении с Богом, знают, что Бог давал им силы. И Бог благословлял, и устроял, и все это делал. Допустим, для вас оно непонятно. Вы выросли в христианских семьях, я вспоминаю свою семью. Я вырос не в христианской семье. У меня мама покаялась первая, а отец любил выпить. И выпить так, не только по праздникам. Знаешь, каждые выходные – это праздник. А если еще у кого-то день рождения, и среда, и четверг еще, даже тоже праздник. И он когда приходил домой, он постоянно дома буянил. Такой, чуть-чуть такой, вел себя неправильно. Мама покаялась, и первое время она его пробовала воспитывать. Она говорит, Саша, так нельзя, как ты можешь, и морали читай. И у нас дома постоянно были крики. Потом прошло время, мама поняла, прочитала место Петра, другие проповеди послушала. Она поняла, что, оказывается, можно без слова приобретать. И когда начала вести себя по-другому, она придет с работы, пьяный, еле пришел, уже грязно, она быстренько переодела, дала ему, накрыла столы, покушала, и все хорошо. И знаешь, что он стал делать? Он приходит к друзьям, говорит, у вас жена не такая, как у меня. Он стал хвалиться на работе своей женой. Он приходит и говорит, вот моя жена христианка. Вы хотите эксперимент сделать? Какой? Придемте ко мне сейчас после пьянки и увидите, как моя жена будет себя вести. И вот он пьяный целый собрал команду своих друзей, все выпившие хорошо, идут домой. И даже пошли домой, говорит, а папа потом уже рассказывал. Я иду, а сам внутри переживаю. Господи, ну помоги, чтобы моя жена на самом деле осталась христианкой. Эксперимент делал, привел всех друзей, все накрыли, мама накрыла стол, все поухаживала за ними, они покушали, и потом уходит. Да на самом деле христианка. Один даже из тех людей, который там был, пришел к своей жене, пошел, рассказывал ее наставлять, тебе надо идти в церковь. Почему? Потому что там она христианка. Даже одна из жен тех мужчин, которые были, покаялась, приобрела. И знаешь, пришло время, мой отец говорит, я больше так не могу. Я больше не могу, я смотря на любовь своей жены, я больше не могу так поступать. Он говорит, пришел в церковь и покаялся, стал служить Богу. Пойми, Вероника, есть option, есть такой момент, когда Библия говорит, ты предоставь Богу. Бог дает тебе возможность покрывать и предавать Богу в руки, и Бог будет решать эти вопросы. Поэтому скажи, Бог благословит тебя, что на самом деле есть Божья сила. Если ты не можешь справиться, не нужно доказывать, не нужно клевать мужа, знаешь, и добивать его. Нет, предоставь возможность, все. Господи, ты реши этот вопрос, я доверяю тебе. И своей жизнью, красотой, знаешь, я бы даже это место назвал бы украшение Божие, которое есть в Библии. Вот это украшение, это именно когда ты на самом деле повинуешься, когда ты на самом деле кротко. Кротость – это когда ты не защищаешь себя. Когда ты стоишь в стороне Божьей, я предоставляю тебе, ты защищаешься, и Бог защищается. И так же самое молчаливый, тихий дух, тогда ты хочешь мира в семье, когда ты созидаешь и устраиваешь семью. Следующее. Последний стих Писания, который это уже для мужей написано. Здесь написано, прочитаю его еще раз. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как снимаясь честь с сосудом, оказываем честь, как сонаследница благодатной жизни». Написано, обращайтесь благоразумно, благоразумно. Благоразумно – это еще можно сказать с пониманием. Две вещи, которые он говорит. И так же самое здесь первое, если вы обратили внимание, написано, «Также и вы, мужья».
Первым было сказано, так же и вы, жены, а здесь так же и вы, мужья. Так что, Женя, если придет в жизнь, что твоя жена будет себя вести неправильно, да, повысит где-то голос, написано, так же и вы, мужья. О чем это говорит? Что если жены будут поступать неправильно, вы все равно должны относиться с ним благоразумно. Мужья, аминь или нет? Библия говорит, даже если жены не так, даже если отношения что-то не так, здесь прообраз нехороших отношений, здесь Библия наоборот говорит, если что-то не так, ты со своей позиции должен относиться благоразумно, с пониманием, должен понимать, почему она такая. Может быть, на работе что-то не так, может быть, то, что ты ее привез к себе, да, в свою церковь, новые люди вокруг, она не знает, что как будет. Оно все новое, понимаешь, начинается что-то другое. И ты должен понимать ее позицию, почему. А чтобы понимать, ты должен выслушать ее, общение. Ты должен понимать, что ты господин, а господин тот, который отвечает за бизнес, который есть. Да, если у тебя трак, ты есть, кто отвечает за трак? Ты отвечаешь, так или нет? Ты отвечаешь, чтобы все было исправно, чтобы резину надо проверить, масло проверить. Так же самое в семейной жизни. Ты должен отвечать за это все, ты in charge. Ты должен понимать, что все под контролем, что оно должно быть работать. И вот с пониманием, благоразумно это пониманием. Как с немощнейшим сосудом, знаешь, кто вспоминает Украину, у меня, допустим, я на Украине, я помню, был подростком еще, и меня мама отправляла когда-то на базар. Это не такой базар, как сегодня. Знаешь, мы поехали в Каско, да, из Сейфа, и поехали куда-то себе, купили что-то, а там по-другому. Мы приезжаем, ты идешь на базар, ты взял кулечек, и мама говорит, купи яйца, купи хлеб, купи еще что-нибудь другое. Кто помнит, да, такие вещи? Я вспоминаю, я иду, а и там надо пройти, может быть, минут 20, что ты пойти купить-то еще надо. Я вспоминаю, иду, я купил яиц, а яиц не давали такие раньше, баксы. Ты просто яйца ложишь в кулечек. И представляешь, ты идешь яички, несешь кулечки. И ты приходишь к трамваю, а трамвай забитый людьми. Ты думаешь, залезешь ты в тот трамвай или не залезешь. Ну, залезешь, то ты залезешь. Проблема, что-то с их яичек останется, там омлет уже будет готовый, знаешь. И вот ты думаешь, как их донести до дому правильно. Ты идешь там по дороге, знаешь, уже от трамвая идешь, и думаешь, еще дальше пешком надо идти. И ты идешь с яичками, кто-то бежит тебе навстречу, ты уклоняешься, ты бережешь их. Значит, на семейной жизни что-то наподобие. Как с немощнейшим сосудом, то есть так, чтобы не разбить все, чтобы все сохранить. Знаешь, на самом деле, чтобы твоя жена, она была не, знаешь, не переутомилась. Чтобы она, ты видишь, что она устала уже, что нужно где-то вести на вакейшн. Где-то, чтобы она просто отдохнула. Где-то есть моменты, просто где-то просто забрать ее с дома, поехали в ресторан, увезти ее куда-то в ресторан. То моя жена скажет, аминь. Поэтому, знаешь, очень моменты, что мы где-то в момент не сделали оверхит. Знаешь, когда тоже стрелка показывает, раки, уже что-то срочно делать. Поэтому в семье так же самое. И так же самое оказывать честь. Уважать ее. Не унижать ее. Ты должен понимать, что у нас сонаследница. Когда ты придешь на небо, вы будете полностью одинаковы. Поэтому Бог приготовил для вас благословение. Поэтому цените друг друга. И знаешь, и дальше Библия говорит, что почему? Чтобы ты не имел препятствий в молитве. Другими словами, если ты относишься к ней без понимания, если относишься к ней без уважения, то Библия говорит просто, то я тебя не буду благословлять, я тебя не буду слышать. И сегодня мужья говорит, у меня нет успеха в бизнесе. Почему? Потому что твоя жена дома плачет. У тебя нет благословения в других вопросах, в служении, и в чем-то другом. Почему? Потому что у тебя проблема с женой. И Бог говорит, я встану против тебя. Это Бог автор семьи. Поэтому я бы хотел, чтобы вы это понимали, что Бог контролирует и устраивает семью. Он слышит твои, Вероника, когда тебе будут вопросы, муж будет что-то не понимать, у тебя есть возможность сказать, Господи, услышь этот вопрос. Та же самая Женя, что-то не так, нужно примиряться с женой, нужно прийти решать вопросы. Но есть моменты, когда, Вероника, ты должна понять тоже момент. Есть когда какая-то конфликтная ситуация, и мы, мужчины, бывает, не можем понять, в чем дело до конца. Мы не можем понять, что вы хотите от нас. Мужья, так или нет? Это бывает, жена что-то ходит, и что-то уже без настроения, она уже что-то с ней разговаривает. И ты понять не можешь, что такое, ты спрашиваешь, что случилось? Она махнет рукой, сам мне это жест нравится, махнула рукой, вы все равно не поймете. И знаешь, вот как вообще вот такие вопросы решать? И знаешь, я понял одно, очень важно, чтобы вы были открытыми. Я говорил с одной семейной парой, они рассказывают, мы поженились, думали, все так будет, I love you, такой, знаешь, все будет так, все классно, такой ханимун, вся жизнь будет. А поженились, оказывается, после брака начались конфликты. И такие конфликты. Говорит, моя жена спокойная, почти слова никого не говорила. А после свадьбы у нее второе дыхание проснулось. А она говорит, она не всыпает на каждом повороте то не так, и то не так. И рассказывает. И такое, такая ситуация начинает. Я уже, я, говорит, это мне муж рассказывал. Я же думаю, Господи, а вообще это мое? Это не мое. Может быть, что-то я мистейк какой-то сделал.
И когда мы стали рассуждать, мы начали записки друг другу писать. Напишем недостатки, все друг другу подкидываем. А на мне, я ее, знаешь, подписываем. Потом, окей, стали, окей, а что мы в детстве занимаемся? Давай соберемся, просто поговорим. Собрались вместе, говорит, стали, говорит, и начали говорить. По этому списку давай поразбираем вместе. Рассказали одно, рассказали другое. Говорит, вначале, говорит, просто шторм был. Это, говорит, прошли года. Они уже, по-моему, больше 7 лет в браке. Прошли года, говорит, и сегодня, говорит, мы собираемся, если какая-то конфликтная ситуация есть, мы собираемся сразу, сразу ее решаем. Мы не затягиваем долго. Мы собрались, окей, нужно поговорить. Собрались, обсудили, поговорили, и все устраивается. Поэтому пускай Бог благословит вас. Что на самом деле есть моменты, когда ты можешь молчать, и мужу ничего не говорить, и муж даже понять не можешь, что проблема. Здесь, когда мы читаем Библию в Петра, здесь говорится больше о моментах, когда они были неверующие, они понимали, что делать нельзя. А бывает в сегодняшнее время, нужно мужу просто рассказать, но не надо постоянно говорить. Бывают жены думают, если я ему постоянно буду говорить, то что-то добьюсь. Да, конфликтов и скандалов намного больше. А если ты его похвалишь, поддержишь, значит, он сделает намного интереснее, с удовольствием, и будет все благословенно. Хорошо, понятно, да? Так что Петр давал всего три вещи жене. Какие три вещи? Вероника, что ты запомнила? Первое. Сестры, ну помогите чуть-чуть. Первое, какое еще Петр говорил? Повиновение. То, что сейчас не популярно, да, Павел подсказывает. Второе, что? Повторите еще раз. Катя, подсказывай давай. А ты по. Первым мы говорили о повиновении. Второе, Библия говорит, что кроткого. Кроткого и какого? И молчаливого, тихого, миролюбивого духа. Это же три вещи все, немного. И все это можно исполнить, когда мы в уповании на Бога. Когда ты в уповании уповаешь на Бога. А для мужчин две. В одном стихе, но две вещи. Первое какое? Также и мужья, обращайтесь благоразумно. Другими словами, с пониманием. Слово понимание, понятно, да? Запомните. Я должен понимать свою жену. И второе, которое Петр говорит здесь же, братья, ну-ка вы подскажите. Слава. Снимочневшую с усадом. Еще дальше. Оказывая честь. Две вещи. Относиться с пониманием и оказывать честь. Так что я хотел, чтобы ты на самом деле респект, уважал жену, оказывал и честь. Будем сейчас молиться, чтобы Бог благословил вас. Я хотел бы, чтобы вы просто понимали, что Бог автор семьи. И сегодня очень много молодых людей, они сегодня относятся к церкви, к служению не очень правильно. Они думают, мы устроим жизнь сами, мы будем зарабатывать финансы, мы будем все устроять. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, источник благословения семьи от Бога. Я хотел, чтобы вы вместе рассуждали над Словом Божьим. Если рассуждали, ходили в служение, занимались каким-то служением, просто искали лица Божьего. И когда Бог будет давать мудрость тебе, как главе, когда ты придешь, Господи, я не знаю, как поступать дальше. Есть Бог, который отвечает. Есть Бог, который дает сил, когда ты скажешь, жена ведется неправильно, Господи, нету сил, что делать? Бог говорит, у меня есть силы, я тебе дам силы. Когда муж не понимает, есть Бог, судья праведный, который все распоряжается. Приходи к Нему, открывай Ему свое сердце, и знаешь, Бог будет отвечать. Бог на твоей будет стороне и будет благословлять тебя. Я хочу, чтобы мы помолились за них. Вы согласны за них помолиться? Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Бог благословил этих молодых людей, чтобы они были счастливы. И Писание, оно не постарело. Если жены сегодня, вы думаете, Алекс, о чем ты говоришь? Это Библия, это Писание, которое говорит об этом. И в этом есть благословение. Мы на самом деле счастливы, когда жена занимает свою позицию. Муж, когда занимает свою позицию. Когда каждый на своем месте, и оно в любви, и устрояется Божий, то все Бог благословляет и ведет. Поэтому давайте помолимся за них, чтобы Бог благословил их. Мы помолимся церковью, потом помолятся родители, после родителей уже помолятся жених и невеста, чтобы Бог благословил их, а потом уже помолимся мы, служителя. Хорошо? Можете встать на ваши ноги, вы можете преклонить колени. Господь, мы как церковь, как друзья, мы стоим при Тобой, Отец. Мы просто благодарны Тебе, Господь. Ты Бог наша, сила наша, и мы стоим при Тобой сейчас, Отец мой.
Ты достоин славы, Господь, мы много рассуждали о Твоем Слове. Но я прошу Тебя, Боже, благослови их во имя Иисуса Христа, Боже. Я прошу, помоги им исполнять то Слово, Господь, которое мы рассуждали. Отец мой, клабады гесайден. Аллилуйя, слава Тебе. Аллилуйя, Боже. Краманы готур вайда лабады гесен. О, раби раманы готур мане калабады гесел вирин. О, раби раманы готур баде калабады гесел ави. О, раманы готур майда лабады гесел. Romane gotur minde kravade gesaide, romane krumane gotul wade kalabade gesen. Аллилуйя, аллилуйя, кромане гесаиде. Ава Отче, слава Тебе, Господь. Просто благодарим Тебя, Господь. Любящий Отец, пастырь добрый, я благодарю Тебя, Господь, что могу идти к Тебе с хвалой на устах и прославлять Твое имя Святое, Господи, за этот день, за день брачного торжества дочери нашей, Жени, Господь мой. Ты даровал, Господь, милость свою, Ты хранил, Господь, ее своей, Господь, любящей рукою. И мы, Господь, за это Тебя благодарим, Господи. Я призываю Твое отцовское благословение на ее голову, на жизнь их совместную, Господь, которая начинается с сегодняшнего дня, Господь мой. Дабы они в своей жизни, Господь, не теряли надежды, упования на Тебя, Спаситель Господь, чтобы их вера не ослабевала, Господь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за Женю, Господь, которая обратила внимание, Господь, на нее, Господи, и положилась на ее сердце, Господь мой Иисус, предложить ей свое, Господь, сердце, Господи. И я молю, благослови, чтобы они в жизни своей не горевали, но чтобы они любили Тебя, Спасителя Господа, чтобы они оставались верны Тебе, Господь мой, чтобы они сохранили, Господь, чистоту в супружеской жизни, Господи. Благослови, Господь, их детьми, Господь мой, дабы они, Господь, Господи, были счастливы, дабы, Господь, она пережила, Господь, материнство, Господь мой Иисус, а Женя, как отцовство, Господь мой, Ассан, аллилуйя, хвала, Господь. Я молю, благослови, чтобы они были послушны Церкви Твоей, Господь мой, дабы они, Господь, имели правильное отношение друг с другом, Господь. И когда Господь мой, враг, будет пытаться наносить поражение в их отношениях, то Ты, Господь, их огради, Господи. И когда они к Тебе будут обращаться в молитве, Господь мой, услышь их на высоты, Господь, Твоих, и от Тебя будет приходить в их жизнь всегда помощь, Господи, дабы они в жизни своей не горевали. Я именем Твоим их благословляю и призываю Твое отцовское благословение в жизнь их. Имени Твоему хвала и слава, честь и поклонение. Аминь. Господи, я благодарю Тебя, прославляю Тебя за милость святую, за Твою великую любовь, что Ты в свое время нам даровал Веронику, Господи. Благодарю, она жила с нами. Она была послушным ребенком. И была нам всем большим благословением. Я благодарю Тебя, Господь. Твоя рука содействовала, так что не познакомились, полюбились друг друга. Господи, я благословляю ее в этот путь с этим человеком. Благослови его как главу для нее. Она, что была доброй славой своего мужа. Поспешивай Твой, Господи, во всех их нуждах, чтобы у нее было свое жилье, работу благослови, все их пути, дороги храни, здоровьем благослови. Благослови ее женское здоровье, Господи, чтобы они познали радость отцовства и материнства, их потомства, чтобы они все служили Тебе во все дни жизни, навсегда, чтобы никто не потерялся, не погиб. Благослови, Господь, мы их как одно целое, где-нибудь, чтобы им было друг с другом хорошо и комфортно. Я благословляю ее в этот путь. Тебе слава, вечному Богу. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за этот день, за этот торжественный день, Господи. Ты прибудь сам на этом месте, Боже милосердный. Благослови, Господи, наших детей, Боже милостивый. Сохрани их в руках Своих, Господи, огради их от всякого рода зла, Господи. Пошли свою охрану и защиту над ними, где бы они ни были, Господи, Боже мой. Пусть Твоя рука святая ведет их по жизни, Господи. Благослови их семейный союз, Господи.
Благослови их детками, Господи. Пошли, Господи, милость свою над ними и днем, и ночью, Господи. Помоги им, Боже небесный, уповать только на Тебя, Господи. Стремиться к Тебе, Боже мой. Ты прибудь, Господи, в доме ихним Духом Святым, Господи. Благослови, Господи. Благослови ихнее начало, Господи. Помоги им, Господи, иди впереди них, Господи, чтобы они следовали за Тобой и были, Господи, в повиновении Твоем, Господи. Слава Тебе, Отец Небесный, мы Тебя за все благодарим. Будь прославлен и возвеличен, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Дорогой Отец, в этот час, Господь, я хочу поблагодарить Тебя, что Ты хранил, Господь, нас до этой минуты, Господь, что Ты в свое время открылся мне, дал мне жену, дал детей, вывел нас в эту страну, Господь, где мир, Господь. Мы благодарны Тебе за все, что Ты нам посылаешь, Господь. Работы, благословляешь дома, Господь. И сейчас, Господь, один из сыновей нашел спутника жизни, Веронику, Господь. Благослови ее, Господь, благослови нашу дочку, Господь, которую Ты еще нам добавляешь, Господь. Благослови их семейный союз, мы их благословляем. Слава Тебе за все. Аминь. Слушай, Женя, сейчас твое время, как главе семейства, чтобы попросил Бога то, что на твоем сердце. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открыл нам Своего Отца, который есть и наш Отец также. После того, как Ты воскрес, и перед тем, как Ты оставил эту планету, Ты сказал, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Благодарим, спасибо Тебе, Иисус, что Ты нас так сильно любишь, что говоришь, «Так, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Святая Библия говорит, что нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей своих. Спасибо Тебе за Твои страдания и за Твою боль, которую Ты претерпел. Мы любим и ценим Тебя также в этот день. Спасибо Тебе, что моя любимая рядом. Помоги нам любить один одного, уважать друг друга и ценить друг друга. А Твое имя всегда прославляется и будет прославлено. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот день. Боже мой, слава Тебе. Я благодарю Тебя, Господи, искренне от сердца. В первую очередь хочу поблагодарить Тебя, что Ты некогда нашел меня, Господи. Слава Тебе. Я благодарю Тебя, Господи, я благодарю за мою семью, за каждого в отдельности. Господи, я славлю Тебя. Я благодарю Тебя за моих родителей, за их молитвы. Боже мой, слава Тебе. Я благодарю, что Ты слышал мои молитвы, Господи, и верен своему слову и послал мою жизнь Женю, Господи. Я благодарю Тебя за его доброе сердце, Иисус мой, слава Тебе. Я благодарю за его любовь ко мне, Господи, благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за новую семью, Боже, благодарю. Я прошу, благослови нас, Господи. Мы не знаем, что нас ждет впереди, Иисус, но я предаю нашу семейную жизнь в Твои руки, Господи, иди впереди нас, Боже. Я прошу Тебя, Боже, благослови. Помоги мне быть мудрой женой для Жени, Господи, быть помощницей. Благослови его, как священника в нашем доме, Господи, прошу Тебя, Иисус мой, помоги нам поступать по слову Твоему, Иисус. Я прошу Тебя, Боже мой, благослови. Благослови, Иисус мой. Боже, благослови нас здоровьем. Благослови нас детками, Господи. Я прошу Тебя, Боже мой. Благослови остаток этого дня. Также, Господи, я искренне благодарна Тебе за всех, кто пришел на это место. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, кто
помог. Господи, было много переживаний. Я прошу вас, дай каждому, Господи, кто помог. Боже мой, спасибо тебе за все. Хвала тебе. Аминь. Что, церковь, давайте еще раз мы помолимся за них. То, что на вашем сердце есть, расположите свое сердце, не будьте скупы на благословение. Благословите то, что в вашем сердце. Чтобы Бог благословил то, что вы хотите, чтобы было в ваших семьях, скажите для них. Также, брат Павел, я хотел, чтобы вы прошли сюда, помолились вместе. Господь, слава Тебе. Мы еще просто молим Тебя, Господь, и просим, благослови, Господь. Раби, благослови этих молодых. Романы готурбай да лаби регисана готан. Раби, романы готурбай да калаба регисана готулвайден. Аллилуйя, кроманы готурби. О, романы готурбай да лаби регисана готурбай да лаби. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, на руках молитвы мы приносим, Господи, Ты молодую чету. Господь, мы благодарны Тебе за брата Женю, за сестру Веронику. Мы благодарны, Господи, за их родителей, что, Господи, воспитали их, Господи, в учении, наставлении Слова Твоего. Господь, мы благодарим Тебя за тот день, когда они могли встретить друг друга, полюбить, расположиться сердцами друг к другу, Господи. И они имеют согласие, они имеют решение, Господи. И мы сегодня на этом месте, чтобы получить Твое благословение в жизнь. Ава Отче, Рави де Кумин, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы благословляем их. Во имя Иисуса Христа мы призываем Твое помазание, Твое благословение на эту чету, Господь. Пусть Твоя благоденствующая рука будет с ними, сопровождая и устрояя их дом. Пусть, Господи, Дух Твой Святой, Господи, направляет их на пути правды. Отец Господь, пусть небо будет открыто для них, Господи Боже мой. Благослови их дом, Господи, детками, Бог мой. Благослови их дом устройством, Господи Боже, различных, Господи, вопросов материальных, жизненных и особо, Господи Бог мой. Пусть эта семья, этот дом, Господи, Бог мой, они, Господи, знают и поступают по воле Твоей. Употреби их в служении, Господи, Бог мой, для устройства Твое дело на земле. Иисус, Господь, пусть, Господи Боже, Твоя милость, Твоя рука сопроводит их от начала и до конца в этой жизни. Мы предаем Твою волю во славу Твою, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец, также я стою пред Тобой, Боже, я прошу Тебя, Боже, мы посвящаем их Тебе этот брак. Боже, Ты устрояешь семьи, Отец. Мы благословляем их Твоим именем. Боже, Ты автор семьи. Ты знаешь, что им необходимо, Боже. Мы благословляем, чтобы они служили Тебе, Боже. Чтобы их семья строилась на Тебе. Чтобы Ты устроял их дом, Боже. Благослови, благослови Веронику, Боже. Чтобы она на самом деле могла повиноваться, покоряться, Боже, Боже. Но чтобы она любила и служила Тебе. Благослови, благослови ее, Отец. Во все, чтобы она была кроткого и молчаливого, Духа Божия. Чтобы ее сердце всегда горело любовью к мужу и любовью к Тебе, Боже. Благослови. Благослови даже Женю, Господь Рави. Благослови, что эту позицию, которую Ты ему даешь, вот, чтобы он даруй ему мудрости, чтобы вести там правильно, Боже, чтобы он любил свою жену, Боже, чтобы он понимал ее, чтобы он оказывал честь, Господь. Благослови. Благослови во всем, Боже, чтобы их семья строилась на основании Твоего слова. Даже, Отец, благослови, пошли им детей, Боже. Устрояй все сам в вопросе работы, финансово. Да будет все благословенно устроено Тобой, Боже. Ты созидай эту семью, чтобы они были счастливы в Тебе, и Ты будешь прославлен в этой семье, всемогущий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Можете вставать. Можете пока присесть. Брата, принеси только белую штучку. Сейчас мы сделаем роспись. Ставь сюда. Подвину, чтобы вас фоткали красиво. Вероника, ты веришь, уже замужем? Алексей? Мне Алексей легко запомнить. Знаете,
имена одинаковые, это очень просто. Молодые люди, дайте ваши руки, правые, как вам удобнее. Я тоже можно возьму, если вы не против. Хорошо, я хочу сейчас объявить этих молодых людей. Вы не просто жених и невеста сегодня. Женя, ты сегодня момент уже муж и жена. Ты муж, а она жена, да? И Библия говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я хотел, чтобы ты посмотрел на родителей, посмотрел на родителей Вероники. На своих родителей. Видишь, они тебе доверяют. Доверяют, что ты как справишься с этим вопросом. Потому что они тебя благословляют, и поэтому как ты их будешь называть родителей Вероники? Папа, мама. Вероника, у тебя тоже новый папа и мама есть, знаешь? Как ты их будешь называть? Папа и мама. Окей. Это очень важно. Знаешь, мне после свадьбы, прошла свадьба, мне так тяжело было назвать папу Алёниного папой, знаешь, своей жены. Я уже, когда он шел ко мне, я уже избегал от него. Значит, как бы сказать, его папой не назвать? Тяжело было переступить какой-то момент. Пускай Бог благословит вас, что на самом деле то, что мы рассуждали, с вами говорили, пускай Бог поможет вам на самом деле быть в повиновении, Вероника. Ты обещаешь так быть? Постарайся. Знаешь, решение, которое сделаешь только ты, это решение, сколько бы мы ни наставляли тебя служителя, родители или муж, ничего не изменится. Это решение делает женщина сама. И когда она внутренне осознает это и понимает, я хочу это сделать, то это будет. Я думаю, женщины, вы понимаете, да, когда женщина хочет похудеть, и она говорит, муж, ну скажи мне, чтобы я похудела. И вот сколько бы муж ни говорил, ничего не поменяется. Сколько бы ты ни говорил, похудей, похудей. Она говорит, она даже обижаться начнет. Что ж ты мне подскажешь? Ну ты ж просила. А когда она сама решила внутренне, я хочу похудеть, то, знаете, она похудеет. Внутреннее решение и повиновение, тогда все устраивается. Та же самая Женя, пускай Бог благословит тебя. Она сонаследница. Я хочу, чтобы ты просто ее любил и ценил ее, чтобы ты понимал ее. Тебе доверили родители, тебе доверил Бог. И Бог за нее спросит. Если она будет правильно обращаться к Богу, то будет с тобой разговаривать. Пускай Бог благословит вас, мы хотели бы, чтобы вы были счастливы. Мы хотим просто вас поздравлять, чтобы вы были счастливы и благословены Богом. Так что, а теперь самое главное еще осталось, чтобы мы могли поприветствовать друг друга вот, лобзанием любви такой, знаешь, поцелуем любви. Такая тишина, все так спокойно. Ну-ка повтори, я что с ней рассмотрел. Успеваете, все нормально? И все так медленно, и все так спокойно. Все, мы поздравляем вас. Хорошо, у нас сейчас время, что мы будем поздравлять молодых. У вас есть возможность прийти, поздравить их. После этого я за вас их приглашаю, да, вы приглашаете всех в свадебный зал. Так что поэтому будем, дальше будем праздновать праздник. А сейчас все родственники, друзья, первым делом родители, проходите сюда, есть возможность поздравить их первыми, чтобы благословил их. И поэтому, пожалуйста, время для поздравлений. Проходите сюда. Я поздравляю первый бразер. Родственники, друзья, пожалуйста, Арзамасы уже на месте, все как положено. Молодцы. Хай Бог благословит дальше семью Арзамасов, чтобы они женились, выходили замуж, у нас такие все орлы красивые. Родители же не против, да? Вы благословляете их. Все, бывает, когда задерживаются, бывает долго, тоже очень плохо. Это надо, чтобы благословлять, чтобы Бог их вел дальше.
там свадебный бэкграунд мелодии. Делаем. А я думал, вы будете играть. Давай. Выключите? Да, я выключу. А еще okay. Короче. Нет, там... Just this, like, piano wedding at 10 hours. Да. That's all you need to. Thank you.
Друзья, все гости, пока идет поздравление, то вы потихоньку можете проходить в зал пира. Ну, родственники еще будут фотографии делать. Поэтому в таком ожидании можете уже проходить в зал пира. Спасибо за внимание.